Всем привет, друзья! Этот влог снимался 2 недели назад, но не выложить его – это будет просто грех, потому что это эмоции, впечатления и начало учебного года, после которого мы, естественно, заболели, и я не смогла смонтировать влог, но выкладываю его сейчас. Приятного просмотра! Всем доброе утро! Сегодня 2 сентября. Вот собрали наших малышей. Один идет в школу, другая идет в детский садик. Ты счастлив? Ты счастлива? Мне на даче было хорошо. Да, на даче было хорошо. Да. Он сегодня утром, кстати, знаешь, что сказал? Я бы сейчас ходил бы в школу, а потом бы на 5 месяцев на дачу бы отправился. Да? Ну ладно, что, пошли? Угу. Ну все, привет, школа. Максим сейчас пойдет учиться. Народу очень много. Вот тут. Здравствуйте. 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 Нам в ту перейти? Нет. Нам просто... А у вас как фамилия? Муравьева. Муравьева здесь. Значит, он туда, да? Наверное, да. Спросите, подойдите, мне кажется. Она сказала, что нам идти. Садись пока. Садись, сейчас будем с тобой раздеваться. Взяла с собой сумку. Алисочку отвели за ручку в группу. Она даже не плакала, ничего. Воспитательница ее взяла, говорит, ну все, пойдем мыть ручки и завтракать. И она пошла, даже не обернулась, даже не посмотрела на нас. В общем, через 2 часа мы ее забираем. Узнаем, как ей понравилось или нет. У нас сейчас появилось с мужем несколько свободных часов. Мы идем гуляем, едим персики, пьем кофе. На улице прекрасная погода. Уже прям тепло-тепло, солнышко печет. И нам кайфово, очень сильно кайфово. Дошли до озера. Здесь так тихо, спокойно. Люди загорают. Так здорово. Вон кто-то плавает даже, смотри. Вода, наверное, теплая. Так красиво. Это не утро, а наслаждение какое-то. Кайф. Ой, она прям теплая, Денис. Теплая? Да, моя тень. Пи-пи-пи-пи-пи. Видите, рыба. Обалдеть. Так близко. Круто. Реально звук большой такой. Ну, тебе понравилось, доченька? Да. Да? Ты там кушала? Кашу, сказали, кушала. Яблочко кушала и какао пила. Все съела. Да ты же умничка моя. Покажешь свой шкафчик? Где твой шкафчик? Забыла? Пойдем, я тебе покажу. Вот он, вот он. Пойдем. Пойдем, шкафчик твой покажу. Так, вот же. Расписывать, чтобы не забывайте. Вот он, Алис. Вот он. Вот он твой шкафчик. Написано Муравьева Алиса. Видишь? С лошадкой. Завтра еще придешь? Да? Тебе понравилось? Опа. Тут наша одежда. Да? Что это такое у тебя? Это ты рисовала, что ли? Да? Какая ты счастливая. А это чужой шкафчик уже. Чужой. Иди обниму тебя. Иди обниму тебя. Сказали, что она себя очень хорошо вела. Все съела, весь завтрак. Еще как, говорит, наяривала там. Это... Да, это не наша. В общем, ей понравилось. Завтра, завтра еще на 2 часа. Пока на 2 часа. Пока привыкаем. Очень запоминающееся, конечно, у нас выдалось 2 сентября, после которого мы долго-долго искали на улице мешок и вторую обувь сына, потому что после школы он решил погулять с друзьями, и это было настолько круто, что он потерял свой мешок со второй обувью. На улице мы нигде его не нашли, обувь-то навехонькая, и, наверное, ее, я думаю, взяли либо украли. Кому-то, наверное, размерчик подошел. В общем, мы поехали за новой обувью. Привет! Я сегодня расскажу
о том, куда я начала ходить. Ну, давай начнем с плавания. Я уже ходила на плавание и решила пойти к более лучше тренеру. Сначала я ходил на тест. Тренер смотрела, как я буду плавать. Но если тренеру не понравится, то он не возьмет. А если понравится, он возьмет. И он меня взял. Потому что, когда я погрузился в воду, я сразу, как подводная лодка. Минуты не прошло. Я уже на другой стороне. Тренер. Проплыви-ка еще раз. Я такой опять. Фонтан. Вот. И меня взяли. И следующее. Я теперь еще хожу на программирование. Ну, программирование это как там? С компьютером. Сегодня я порисовал там на компьютере. Я нарисовал компьютер, блок питания, мышку, клавиатуру и все там соединил по проводам. Итак, друзья, созрел урожай кабачков, и я решила приготовить овощное рагу. Нарезаем картошечку вот такими кубиками. Еще я люблю добавлять мексиканскую смесь. Здесь горошек, кукуруза, перец, в общем, все вкусненько. Добавляем, засыпаем в мультиварку. Там еда получается намного сочнее, мне нравится. Из специй я использую чеснок и карри. Плюс добавляем подсолнечное масло и воду. Ставим на тушение 20 минут. Еще плюсом я хочу пожарить вот такие рыбные палочки. Они нам очень нравятся, и дети от них просто в восторге. Это уже у нас новый день. Четвертый день должен был быть у Алисы в саду, но что-то пошло не так, да, Алиса? И ночью у нее была, в общем, температура, сопли. Сегодня мы остались дома, организм у нее борется. И сейчас 37, 37,2. В общем, вот мы играем здесь, занимаемся. Нравится! Класс! Ты моя мама? Я красивая? Да. Посмотри, красивая? Да? Мама, спасибо тебе! Ой. Как бы вам вот этот аромат передать? Свежей, сочной кукурузы. Только что сварилась. Посмотрите, какие классные, классные зерна. Вообще просто. Я чувствую, что она будет очень-очень вкусная. Когда разрезала ее напополам, чтобы забросить на варку в мультиварку, она прям столько сока было. Очень много на доске. Класс. Я вообще хотела бы с вами поделиться, что эти три дня Максим в школе, Алиса в саду, я себя почувствовала такой свободной, такой счастливой. У меня появилось так много времени. Вообще, это так круто. Даже пускай там до 10, там, до 11 часов, но все равно это так круто. Я прям реально почувствовала свободу. Но всего лишь на три дня. Сейчас вот мы лежим, сидим, болеем. Ну, в принципе, это было ожидаемо. Я даже не удивилась, ну, не расстроилась. Вот. Я ожидала это. Это нормально. Нормальный процесс. Главное, чтобы ничего не было серьезного. И все. Да? Да? Что там? Высморкаться. Ну, давай. Вообще, я знаю, что видок у меня сейчас не очень. Но, представляете, это вот жизнь такая. Такая жизнь. Все мы такие иногда бываем. Ночью я спала плохо. Да, собачку, давай делать собачку. Ночью я спала плохо, потому что я все время мерила ей температуру. Давала лекарства. Ну, и наблюдала, в общем-то, за ней. Поэтому ночью плохо спала. Ну, и параллельно с этим ей еще мешал насморк. Она иногда ворочалась, иногда вставала, чтобы высморкаться, нос закапать и все остальное. Вот поэтому у меня вот такой прекрасный вид.
Я сейчас покажу механизм, из-за чего патроны отсоединяются у меня. Это все из-за вот этого блока. Он не из этого конструктора. Я вот так поворачиваю. И патроны вываливаются. Обалдеть. Ну а дальше 1,5 недели мы просто лежали на кровати, смотрели мультики и лечились. Спасибо всем за просмотр!